Последний вопрос. После окончания войны Украина и весь мир, наверное, станет выглядеть по-другому. Вот как по-вашему будет выглядеть новый мир после этой войны? Ох, сложный вопрос. Смотрите, мне хотелось бы, чтобы новый мир был, в нем было больше лидеров, подобных господину Зеленскому, людей, которые готовы в сложных ситуациях брать на себя ответственность, не бояться стоять во главе своих наций, своих государств, своих стран. И чтобы все-таки было меньше политиканства, меньше интриг, меньше кулуарщины, чтобы все-таки страны начали более прозрачно между собой работать. Да? И если, например, Российская Федерация, она же всегда была такой, то есть просто она сегодня проявляет эту агрессию, она всегда старалась подкупить, она всегда старалась купить какую-то часть элиты там, европейской, она всегда старалась вложить деньги в фейки, в пропаганду, вмешаться в какие-то там процессы и так далее. То есть я хочу, чтобы мир научился называть эти вещи своими именами, не бояться идти на какие-то жертвы для того, чтобы не позволить укрепиться, например, там, философии или мировоззрению такой страны, как Россия, допустим. Я беру только Россию как пример, потому что она сегодня наиболее агрессивна себя в мире. Но такие страны есть. Я хочу, чтобы политика в новом мире стала более ответственной. Да?